Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Intertool ET6108SP на 108 предметов. Данный набор — это бытовой класс инструмента, предназначен для домашнего применения, для работ в гараже со своим автомобилем. Для СТО, конечно, нужно брать набор более профессиональный. У нас сегодня он будет в обновленном кейсе, я покажу дальше. Сверху на самом кейсе вот такая одета упаковочная коробка. Указывается комплектация набора. Наборы данные производятся в Китае на заводе. Фирма Intertool — это фирма харьковская, но завод находится в Китае по инструменту. Начнем с трещоток. Трещотки в наборе на 72 зуба. Разборные. Можно обслужить внутри механизма. Есть быстрый сброс головки и также фиксация головки на трещотке. Рукоятки здесь комбинированные, резинопластик, пластиковые вставки, это вот зеленый цвет на трещотках. Надписи на трещотках — это хром ванадий, написано на металле, и Intertool логотип на самой рукоятке. Есть реверс, право-влево переключение. Длина трещотки под 1,2 дюйма 255 мм, 72 зуба. И трещотка под 1,4 дюйма, длина 160 мм, также комбинированная рукоятка. Есть реверс, быстрый сброс и фиксация головки. Подели, нажали кнопку и сняли. Два Т-образных воротка под 1,4 и под 1,2. Длина воротка под 1,4 дюйма 11 см, под 1,2 250 мм. Также вороток 250 мм служит как удлинитель, если снять адаптер. То есть здесь два в одном. Адаптер этот можете применять для перехода с 3,8 на 1,2. Это у кого есть дополнительно инструмент под 3,8 дюйма, можете использовать элементы из набора. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь пластиковая идет, есть присоединительный квадрат сверху, можно или подсоединять трещотку, или если нужно что-то докрутить, вставлять сюда Т-образный вороток, таким вот макаром, и добавлять еще удлинитель, то есть вариантов масса. Отверточная рукоятка применяется с битами под 1,4, или с головками под 1,4. Два кардана. Карданы скреплены металлическими вставками. Две свечные головки 21 мм и 16 мм имеют внутри резиновые вставки, чтобы свеча не упадала. Удлинитель еще один 125 мм под 1,2 дюйма. Под 1,2 дюйма у нас два удлинителя. Один я уже показывал, 250, и еще один 125. Под 1,4 у нас два удлинителя 75 мм и 50 мм. Такие вот два маленьких удлинителя. Это под 1,4. Так, далее. Адаптер под биты 1,2 дюйма. То есть вставляете сюда нужную биту в адаптер. И уже можете применять или трещотку вставлять, или Т-образный вороток. Теперь головкам. В наборе шестигранный профиль, головки под 1,4 и под 1,2 дюйма. Профиль шестигранный, головки есть короткие, есть торкс и длинные. Начнем с головок коротких. Под 1,4 у нас 13 штук.
Самая маленькая у нас здесь идет на 4 мм. Самая большая головка на 14. Под одну вторую у нас самая маленькая 10 мм. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 189 грамм. Не полностью идут матовая. Материал изготовления хромованадевая сталь. Сверху идет защитное покрытие. Надпись на головке хромованадий. Хромованадевая сталь 32 мм. И головки Торкс. Профиль Торкс 13 штук. Самая маленькая Е4. И самая большая Е24. В верхней крышке набор бит. Под 1/4 биты идут уже с адаптером. Общее количество 18 штук. Вот они. И нижний. Внизу биты под 1/2 дюйма. Общее количество 17 штук. Они применяются, я уже показывал, адаптер вот такой. Профили здесь шестигранные, шлицевые биты, торкс и крестовые. Головки длинные. Общее количество 13 штук. Самая маленькая головка 6 мм. Шестигранная. И самая большая 22 мм. По инструменту все. Производитель заявляет, что материал изготовления хромованадевая сталь. То есть это инструментальная сталь высокого класса. Сверху на инструменте есть защитное матовое покрытие. Инструмент, как мы уже повторялись в начале, это инструмент бытового класса для домашнего применения. Теперь по кейсу. Старые наборы ET6108 в старом варианте шли в простом кейсе. Там обычные были такие, даже не замки, а защелки. Сейчас они идут в новом варианте. Вот такой вот кейс. Кейс стал намного лучше. Во-первых, здесь петли, которые соединяют две крышки, добавились металлические штыри. Это уже плюс. И появились вот такие вот защелки. Они идут пластиковые, но это намного лучше, чем они были до этого. Там просто были обычные такие застежки пластиковые. Здесь уже идут такие вот полноценные замки. Поэтому это плюс. Ну и плюс цена, конечно. Данные наборы, цена очень-очень-очень хорошая. Забыли показать инструмент. В верхней крышке инструмент хорошо защелкивается, то есть даже с трудом, и не выпадает при закрывании набора. На верхней крышке у нас логотип Intertool. Такой вот рисунок, кейс рифленый. И вот запирание самого набора. Легко закрывается, без проблем. Вес набора 6,5 кг. Высота кейса 9 см, ширина 40, длина 30 см. Несмотря на то, что инструмент бытового класса, по нему хорошие отзывы покупателей, то есть цена-качество соответствует. Спасибо, что смотрели наш видеообзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и получайте скидки на нашем сайте. До свидания.